Кто должен маму сильно любить? Папа. А, папа, вот именно. Кирюша. Всех собрала. Сама позже всех, как всегда. Так, машина. Давай, рука. Скорей. А дай, 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 дай. Руку. А что вы это снегуварки уже там? А мы уже бух взяла. Все, пошлите. Давай, куда идем? Привет всем. Ребят, всем привет. С вами счастливые люди. Мама счастливая. Глаза накрашены. Сегодня в платье. Уже коленки замерзли. В сапогах. В зимних. Кирюша Уфа. Уфа, да, Кирюша Уфа. Вот, вот буксует, как Уфа наша. Гололед на улице. Куда едем? Ребят, едем веселиться за город. На елку. Решили сделать сегодня себе выходной. Отдохнуть, как получится, не знаю. Думаю, что получится вот так, как всегда. Встали в 8 утра. Мы с Кириллом в 7. Время 11, мы только вышли из дома, пытались одеться. А, Кирюша не в духе проснулся, но сейчас вроде развеселился. Потому что попил молочко. Да. Ну все, сейчас едем за город, будет видео, предупреждая, длинное. Ну да, думаю, что интересное. Ого, большой какой грузовик. Руку давай, пойдем. Что, мамочка, уже устали, что ли? Прыг, 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 прыг. Паузу ставь. Кто там не спит у нас? Мамочка, здравствуйте. Привет, привет. Что? 2 часа я вот здесь. Где елки? Вон, приехал. Все, приехали, ребят. Как классно, без коляски. Кирюша, куда пошел? Пойдем с мамой. Идем с мамой, Кирилл. Пошли с мамой. Да. Вот наша мамочка, нарядная, деловая. Показала, как он все зеркало. Как ты рассматриваешь себя в зеркале? Новогоднее настроение. Подарки висят, елочки, гирлянды. Но об этом подробнее сейчас расскажет ваша мамочка. Что рассказывать? Про гирлянды все. Все круто, ребят. Сейчас за Кежем посмотрим, что там. Сейчас я сушить все повешу. Вот так вот приехали. Смотрите. Цыгане. Табор приехал, табор. Там по-другому никак пригодится, а у нас все это влажное. Кирилл, да. На, держи меня, наверное. А папа что наш? А что рулик такой? А мама что, ладно, короче, давай посмотрим, что тут красивого. Моя стихия начинается. Прикольные всякие такие штучки.
Такие всякие клевые. А вот это кому-кому на вооружение, ребятки, кто умеет вязать. Да, красивый, за роком. Коля, пальчики. Ну, конечно, это же колючее. Ой, ребята, а вот смотрите, какая прикольная штучка. Не трогай, сына. Сейчас несет вот это. Ёлочку. Ой, красиво как, да, сына? Ой, как красиво. Кладить хочет, трогать хочет. Кирюша, пока забей. Кладить его. Потом, давай, папа тебе будет показывать. Вот такие деревяшки. Из фанерки. Игрушки деревянные, да, Кирюша? А, Кирюша, как нравится. Мне, ребят, нравится. Вот такие розы. О, такие гирляндочки маленькие. Что там? Машину он увидел. Не тяни. Нельзя тянуть. Придумывают же всякие, да, игрушки? Шикарные, ребят. Тоже нравится такая. Все, дети спокойные. Но она что, все и трогает. Увидел там Деда Мороза уже. Игрушки. Ой, не красота, не описуем. Я даже не могу. Через телефон смотрю так, потому что ну очень красиво. Ой, какой красивый, да? Ой, красивый Кирюша. Иди папе покажи. Ой, красота. Пока Кирюшу сбагрила на минутку. Опа, папа. Пап, он тебя потерял. Кирюша папа потерял. Тихо, пап. Отправила все на перехват. Прикольные всякие. Такие штучки мне нравятся. Хотя, мечта у меня такую вещь соорудить. Ау! Что, сын? Ненадолго мама сбагрила. А, что, сын? Ой, как, да, красавец какой. Такие вот штучки. Мне очень-очень нравится. Да? Вот это еще у меня тоже. Строго. Такие вещички мне нравятся. Не спорю. Пойдем мальчика шли подальше, а то... Ой, ну это, конечно, мечта у меня такая вот. Гирлянду купить на окно, чтобы вот висела. Много-много огонечков. Вот эту штучку бы не трогала бы, Кирюшенька. А то все шатается у них тут. Красиво, да? Ой, солдат красивый у Кирюши. Солдаты так у него красивые. Вот такие вот, да? Все по цветам. Ребята, очень, правда, красивые. Каких только... Вон, Кирюше бусики нравятся. Ему очень новогодние игрушки нравятся. Он, как моя мама, все блестящее, все яркое любит. Уж больно ему нравится. Ну, мама тоже далеко от Сороки не ушла. Такая же, поэтому... Это что такое, маски? Или что это? Лисенок. Да, это я думала, костюм нет, это только шапки. Цены, конечно, поэтому новогодний костюм. Мы с Кириллом там забабацали. Папа вам выставит видео. Еще до конца остались мне штаны обшить и носик сделать. И будет все супер. Я вам покажу потом. Кирюшин костюм на Новый год. Вот такие вот всякие. Может, мне тоже вот эти оленята понравились. А, они тут как качели мои, а вот здесь вот. Ой, красиво, да? На, сын. На, держи. Смотри. Машинки, да тяжелые такие. Да, снежинки. Красивые. Мне нравятся, ребятки. Смотри, маленько закрыли. Ой, как красота. У меня мамка всегда мечтала оленя такого.
у кого-нибудь прям, который с лампочками горит. Ну, ушибками, дорогие. Когда-нибудь, может быть, мама тоже себе приобретет. А вот такой сшить хочу, какую-нибудь игрушку. У меня давно идея. В принципе, можно за основу взять, да, вот эту мордочку самой игрушки. Обычной, которая у нас там. Есть же всякие там. Те же лось, тот же олень или что-то. И взять за основу и, в принципе, забабацать. Таких номиков можно вполне. Таких вот. Забыл, как называется, снеговиков. Ну, вообще шикарно. Мне очень нравится. А, такие супер. Мне кажется, то, что в магазине разрешают снимать, потому что у нас дубликана вообще не разрешает ни в каких магазинах какие-то красивые игрушки снимать. Но здесь, по крайней мере, не гоняют. Поэтому, в принципе, вполне можно такое что-нибудь себе идею какую-то. О, такие всякие елочки. Это для девочек. Все такая, привет. Привет, такая клевая, да, все? Ну и здесь, в принципе, вам покажу. Вот такие вот голубые всякие. Ой, как нравится. Ребенку нравится. Ему все нравится. Тебе нравится, Кирюш? Ай, красиво, да, Кирилл? Идем, дядю пропустим. Все. Это. Идем? Идем, идем, идем. Да, Кирюше нравится. Не трогай коробочку, сына, не трогай, она шаткая уж больно. Не трогай, пойдем. Пойдем дальше там. Ой, такой у тебя такой солдатик. Тебе кресло желтое понравилось? Ты как мама любишь оранжевый и желтый? Пойдем. Пойдем? Кирюш, где папа? Пойдем папу найдем и посмотрим лампочку. Да, ну такую всякую красоту мы вам показали. Да? Да, кто это? Гномик, скажи. Гномик, да. Все? Вот, а, нашел папу, молодец. Ну все, пойдем дальше, может, еще интересное что-то покажем. Давай. Что такое? Вот у нас Кирюша принц. Ага. Ого, какая техника, да, тут? Потом на сайте мне посмотрим. На сайте посмотрим ее. Деревом пахнет, деревом. Щека, а вообще руки. Да, Кирюнь, покажем. Вот, смотрите, какая. Не знаем, что это. Раздражение. Типа раздражение, видите? На двух руках. Ни педиатра, никто не знает. То ли на уфу по раздражению, то ли на воду. Пока предложение только такие. То ли на маму. Да, то ли на маму. А так вроде все ничего. Леруа Мерлен, выходим? Туда, Кирюш. Такие два червяка купили. Сейчас идем идти. Так, все, вот зашли мы в торговый центр Мега. Сейчас нам нужно перекусить. Время уже 2:30. Здесь тоже такое праздничное настроение.
Все так красиво, нарядненько. Так. Кирюш там бежит впереди, мамочки. Да, да, здесь. Сейчас надо нам перекусить будет. Так, идем, ребят, мы сейчас в детский мир. Детский мир, вон там, в самом конце у нас. Кирюш у нас, как всегда, бегает. Здесь у нас тележка вся загружена. Нам с Кириллом стало жарко. Мамочка вообще не может согреться у нас тут. Мама еще не успела раздеться. Да, еще не успела раздеться. Сейчас зашли, перекусили. Вот, решили зайти в детский мир. И далее пойдем уже в Ашан. Вот здесь салон такой. Массажеров такие вот штучки. Дырючки всякие трясутся тут. Ладненько. В детский мир идем. Кирюше надо купить поильник такой с трубочкой, с резиновой соской, что ли. Не знаю. Ну, посмотрим, если будет, то купим. Кто там, Кирюш? Ой, какие кролики красивые. Да, декоративные. Видишь, какие? Нет, так, красивые кролики. Кирюша кроликов купил. Какие вот кролики здесь. Там вон еще есть всякие зверюшки. Где? Ну, там. Идите, зайдите, короче, посмотрите. Ага. Да, Маша? Ничего себе. Собака там, да? Шина. Да, шина. Фермерская, да? Фермеров она везет. Коров везет. Хрюшек везет, да? Ляля, да, маленький. Пойдем к маме? Пошли? Идем? Да. Галка даже есть, да, сирена? Ляля, да. Собака. Собака там. Да. Ви-ви-ви так делать. Ляля, да. Ляля. Пойдем, Кирюш. Идем. Пошли. Где там мама у нас? Вон та мама, Кирилл. Мама вот здесь у нас сидит. Вот здесь у нас мама. Мама у нас здесь. Короче, от 800 рублей. Вот 179 самый дешевый нашла вариант. Принцип один и тот же. А в чем они отличаются по 800? Видите? Ну вот тут есть сейчас подешевле, вот, например, по 400, 485. Кирюш, снесешься сейчас. Оставь тележку. Иди сюда, слушай. Кирилл, иди, тележки. Посмотри, какая тебе нравится, посмотри. Ну, во-первых, она, видишь, типа, вешать ее можно. Это все туфта все. Нет, ты сделала. Говоришь, различия. Ну, здесь вот так, трубочки один и те же резиновые, что и тут силиконовые. То есть, что здесь, видишь, поворачивает, она вылазит вот такая. А здесь вот эта крышка. А, все, я помню, про какие-то там булочки. Это для чего, мамочка, нам надо? Чтобы отучить? Чтобы отсоски отучить, никак не могу приучить между стаканом и... Он со стакана пьет с трубочки, все. И то не всегда. Да, и то не всегда. И в дорогу у нас нету, получается, опять соска, мы его, получается, травим. В плане, он хочет отучиться, но он не может, потому что если мы куда-то едем, нам приходится брать соску, пустышку. Да, пустышку. Молоко даже некуда, и воду некуда нам налить. Нам надо одну для молока, одну для воды, обязательно две. Ну, не знаю, будет ли он вообще пить с них. Сейчас две купим. И не знаю, сейчас будем думать. Тебе сосу это? Ну, такая сос. Это же простая, для маленьких, ты же уже взрослый. Короче, вот так вот, только вот это наше. Только я не понял, куда я взяла. А, вот. Посмотри, какие шарики. О, красивые шарики, да? Шарики, какие красивые. Ой, мама ногу свело. Мама ногу свело от магазина. Так? Oh. Вот
Здравствуйте, как настрой вас? О! Мамка кушала, сытая, довольная. Теперь не голодная, да? Да. Сейчас по Новому году пробежимся, посмотрим, что там. Машины-то! А вон там елочки, смотри, какие, сын! Ой, Кириллу надо машины, елочки его не интересуют. Все, сейчас маленько лишь прогуляемся и пойдем в Ашан. Идемте фотографироваться будем. А? Фотографироваться будем. Какой фотографироваться? Битый час стоим уже здесь. Что тут такое? Как фотографироваться? Пойдем фотографироваться, там елочки. Идем, там уже нас записали, Кирюш. Папа уже записался. Ну вот тут. Ну конечно. Да. Ай да, Галин, потом подойдем. Ну уже да. Грибочки видно, пап? Где грибочки? Как да, я же смотрел, показывал. Тебе нравится, Кирюш? Он платит, хочет их показывать. Mm-hmm. Это же игрушки такие. Видишь, как настоящие, смотри, да? С шишками, с ягодями. Да, с орешком там, да? Нравится тебе, Кирюш? Смешные, да, Кирюш? Да вроде нет. Там снежинки просто. Ничего нет. Ну айда, Ваша. Ну да, сейчас пойдем. Угу. Танцы. У-ху! Танцы закончились. Ну, все. Да. Цвет. Под цвет все так. Да. Смотри, не потеряй его в цвету-то. Ну да. Thank you.
шорты, ну нет, шорты вдруг, штаны холодные. Детские костюмчики новогодние. Костюмы до Киры что-то. Все, в Ашане тоже. Все блестит, все сверкает, все моргает. Елочки кругом. Вообще-то ласточка, передай привет. А мы елочка. А-а-а. Это уже прошлый век, папа. Мы с этого дела не уйдем. Все, в игрушки попали. Так, ребят, гуляем уже около часа по Ашану, все рассматриваем. Кирюня наш в Рубоне. Мама наша уже тоже притомилась ходить. Сейчас идем в детский отдел, где... Что там у нас, соски, да? А, соски, зубные щетки, да? Вот так. Время у нас 16:44, уже 17:05. Да, из дома выехали. Вышли в 11:00. Выехали с остановки, было 12:30. Сейчас время 17:00. Уже 16:00. На ногах. И в целом где-то 5.5 часов на ногах уже. Кирюша не выдержал такого напора, натиска и вырубился. Мамочка, как нам? В Ашане вам? Все супер. Кирюша успел выдохнуться. Мама успела устать. Почти все нашли. Бум-бум, да, сын? Почти все нашли. Да. Сейчас мы идем в детский мир за сосой. И потом еще за фотографией. За паильником, короче. Здесь в Ашане гаста нету. Так, Кирюша видел паровозик там. Привет! Ёлка, да!
на гроб. Подожди сейчас. Давай. Легкий. Давай, что с ним делать надо, пап? Сюда? А, вот. Бу. 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 Собачья забыла, что ли? А, так. А, вот это надо сбивать. А, это на подобие, как на мускале. Да, да, да. А, надо вот так не двигать. Давай, вот пианино, Кирюша. Пианино тебе надо? Завис. Мам, пальцы тебе. Спасибо большое. Вот такие вот мы красавцы. Кто здесь, Кирюш, посмотри. Ого, ну-ка. Клево, да? Дядя, скажи спасибо. Давай, спасибо. Ну, ты чё? Все уже стемнело, время около 7 часов вечера. Мамочка забежала, побежала сейчас в магазин Леонардо. Мы с Кирюшей остались, даем, сейчас собираемся. Кирюш, будем домой собираться? Нет, не будем. Тебе здесь понравилось? Понравилось тут? Да, клево здесь, да? Кирюше здесь понравилось. Такая вот красота тут. Стесняка. Всем привет. Папа меня в
этот, я что-то не поняла, ребят, короче, уставшие. День закончился, 7 час. Кирюша довольный. Всем все, что нужно, купили, все, что нужно, подарили, все, что нужно, захватили, как говорится. Набрали и все остальное, денег оставили, хоть чуть-чуть, но все равно немного жалко. Темно, снег идет, зима, едем домой. Еще добраться, конечно, вов, тут темноту, на остановку. Где-то там наша остановка. Где-то тут. Где-то там наша остановка. Ну, а там уже доберемся до бульвара, может быть, встретимся, а может быть, нет. Всем хорошего просмотра, всем пока-пока, мы отдохнули. До новых встреч, комментируйте, пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. А, еще если Максим, может быть, ставит фотографию, мы там фотографировались. Если получится, может, в конце видео или вообще в видео. Поэтому есть еще фотографии, немножко пощелкались. Ну, на новый год. Скорее всего, в самом видео будет. А может, в самом видео. Ладно, все, ребят, всем пока. Пишите, комментируйте, лайки обязательно ставьте. Всех любим. Всем пока. Лампочка стоит твоя. Выключить можешь ее? Выключить лампочку можешь? Да. Давай, задувай.